Давай. Системных ошибок мы не допустили. Мы не ломали, не крошили. Никакой диктатуры у нас в стране нет, я уже говорил, потому что кроме вас у меня никого нет. У меня нет ядерного оружия, у меня нет кибер-хакеров и прочее, чтобы я где-то нажал кнопку и весь мир перевернулся. Какая здесь диктатура? Да, у нас очень жесткое управляемое государство. Послушаем, Петя. Я как президент, кроме того, что военный человек, так я же еще и политик. Я же должен нюхать в мире все, что... Я знаю. А еще скажи, почему? У самого рыльца кокаином выпачкано. Этот никогда правды не скажет. Просто хочу хотя бы несколько лет пожить нормальной жизнью. Вот как раз им-то, гребаным банкирам, политикам, и выгодно, чтобы кокаин был в запрете. Чтобы они деньги с нас драли и на них покупали голоса. С преступностью борются. Сами преступники и есть. Смотри, какой пеликанчик. Ну, слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали. Диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, вот так ходили бы голодьбой. Паршивец. Не нужны вы мне. А ну вас. Не ты. Уроды. Никто не нужен.